И всем привет, друзья, на канале Раптопа вышел Sneak Peek 2.2, Sneak Peek 2, апдейт. Вот, один час назад 70 тысяч просмотров. Я не снял, когда была премьера, да, потому что я был на стриме Декоди, смотрел, короче, этот самый Sneak Peek. Ну, сейчас я же снимаю, сейчас уже у меня ночь, но ради вас я, как всегда, записываю ролик. Может, он, наверное, выйдет утром. Окей, сегодня мы полностью разберем Sneak Peek, посмотрим, что добавилось и всякое такое, друзья. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем, нажимаем. 70 тысяч просмотров, даже странно, 70 тысяч просмотров, а лайков больше, чем просмотров. Лайков 123 тысячи, 22 тысячи комментов. Но, а здесь на первом Sneak Peek'е очень много. Ладно, давайте разбирать. Сначала, что мы можем заметить? Когда идет Sneak Peek, у нас какой-то другой кубик, ну, немножко другой, который был в Sneak Peek 1, они отличаются, как видите. Еще прямая трансляция прям кипишевала, потому что там было 78 тысяч зрителей. 78 тысяч. Не, стойте, вы понимаете, насколько это много? Но я думаю, даже в первом Sneak Peek'е даже было больше. Ну ладно, давайте. Это, сразу говорю, это уровень, наверное, Explorers, я думаю. И это стопудово демон. Это даже сложнее Дедлокета. Так что это точно демон. Ну, я который посмотрел это уже, конечно. Окей, как вы видите, все начинается. Мы видим уже объект из 2.2. Окей, продолжаем. Вот, здесь, как вы видите, вот это с 2.2 очень клевое. Здесь частицы есть и, как вы видите, новые орбы, если заметить. Ну, давайте, друзья, мы будем разбирать это не на такой скорости, потому что так почти невозможно заметить, а разберем на скорости, например. Скорость воспроизведения. Давайте 0.25. Чтобы все было хорошо видно. Вот идет. Здесь мы видим орбы, которые добавятся 2.2. Они очень полезные. Так. Потом вот это хорошее, тоже из 2.2. Мне вот это она прям нравится. Эффекты разные, как мы видим. Ну, похоже, как на дедлоке даже очень много эффектов. Вот это очень клево. Ну, видно уже по тройным шипам, что это демон. Частицами видим. Вообще хорошие. Ой, как классно. Вообще уровень клевый. Вот эти опять. Блоки. Ну, пока что ничего не замечаем. О, вот это как из Марио, в принципе, все просто. Порталы идут, да. Орб. Ну, это уже... Орб у нас уже был. Надо нажимать на них. Наверное, мы умрем. Так, и потом нажимать опять сюда. И... Я думаю, это даже... Ну... Давайте, друзья, я разберу. Роптоп сильно долго строил это, но я не знаю, он должен уже достроить этот уровень, потому что, ну какой дурачок будет строить это год? Реально, кто будет строить это год? Не, ну реально, вот кто год? Как Роптоп может строить год? Да такое, я думаю, вот эту часть создадут за 2 недели. За 2 недели в Geometry Dash 2.2 на сервере. Кстати, давайте на этом видео наберем 20 просмотров, и я сниму видео про 2.2 сервер. А то у меня еще ни одного с ним не было. Окей. С этим разобрались. Идем дальше. Ну, Роптопу реально что-то год. Он мог намного, на полгода задержаться. Ладно, но не на год. Такое видео за 58 секунд на целый год. Ну, это как-то вот совсем. Продолжаем. Так, как мы видим. Вот. Так, о, вот это очень сложная часть, я думаю. Вот это клево с черепками, гляньте, как они открываются, ты через них проходишь. Я думаю, это прям офигенно сделали. И вот этот парт, когда я его увидел, это реально очень хороший парт. Я его вроде бы нигде такого не видел, парта. Вот чисто как плюсик или крестик. И вот так партами. О, вот этот парт реально заслуживает лайка. Я думаю, это даже самый лучший парт. Это посмотрите, оно как меняется. Волна очень сложная, думаю, она прям вообще. На харде он точно тянет. Так, ну, здесь идет.
Опять паучок реально тоже сложный. И я думаю, это реально демон. Ну, вы уже поняли. Так, мы здесь вот так передвигаемся по какому-то туннелю. Здесь начинается очень быстрая скорость. И тоже очень сложно и очень красиво. В разные стороны, туда-сюда. Реально, здесь эффекты разные. Я даже не могу это разбирать. Мне понравился вот этот кубик. И песня очень клевая. Вот. Так идет все. Все очень клево. Вот это исчезает. Препятствие надо было нажать. И вот, и сейчас здесь начинается дроп. Черепки приближаются, 2.2. Если здесь поставить на паузу, здесь вылазит этот робот. Видите, хей, говорит. И еще вылазит вот этот робот. Немножко такой фиолетовый, как вы видите. И я думаю, это будет босс файт. Да, реально может... Это я думаю, что это демон Explorers, и здесь будет босс-файт. Ну, и босс-файт на стрелочке, а на именно какой скорости, я не знаю. Но будет босс-файт, я думаю. Видите, там такого робота фиолетового. Ну, и все, здесь робота, который у нас ругается. Не показал дроп вообще. Офигевший робот. Окей. Говорит, хей. Ну, что ты, ну почему он нам дроп не показал? Он говорит, хей, говорит, что это долгий, что-то, не умею переводить. Короче, что-то бормочет себе под нос. Говорит, что это секрет какой-то. Это мой секрет, да. Этот робота мы уже в сникпике один, ну, в первом сникпике видели. Он нам постоянно мешает посмотреть нормально уровень. И постоянно глядит тут так глазами, типа он вообще не примечен. Ну, и уходит. Я офигеваю. Ладно, теперь идет башня. The Tower. Здесь, как мы видим, какой-то ключ. И еще одно. Она сейчас будет приближаться. Она очень клево сделана, вот этот The Tower. Вот этот фон мы знаем. Ну, короче, очень клево сделано. Сейчас я вам еще немножко покажу здесь то. Так. Вот, видите, еще можно здесь смайлик увидеть. Иконки, ну, такой смайлик. Здесь видно еще такие декорации в дедлоке те были. Ну и еще ключик и факела какие-то. Ну, в принципе, это все. Идем дальше. И вот. Что здесь у нас? Здесь у нас факела и какой-то комнаты. И я так понял, здесь надо проходить уровни или не уровни. Ну, честно, этого я не знаю. Но смотрите, друзья, смотрите все внимательно. Надо смотреть реально все внимательно. Идут три комнаты, и на четвертой видите черепок вверху. То есть, может, это босс. И то есть, я предполагаю, что это могут быть уровни. Логично же. Ну, потому что, ну, что это может быть? Если вверху, последним черепок. Ладно, если бы просто были какие-то двери, может, просто там призы давали. Но последние двери череп нарисован. И может там быть какой-то босс уровень. И мы, скорее всего, скоро это узнаем. Опять мы увидим декорации из Дедлокета. Вот. Так что, я думаю, это уровни. The Tower будет в режиме платформера. Вот. Это мое мнение, друзья. Мое мнение. Я точно информации не знаю, но это мое мнение, да. Окей, переходим дальше. Я разобрался в этом. И все, на этом сникпик заканчивается. Этих очень много раз разочаровало. И когда я смотрел стрим, когда вот этот закончился сникпик, то там все писали, что это говно, параша, мало. Ну да, я соглашусь, мало, но не стоит оскорблять. Конечно, Роптоп тоже постарался это все сделать. Это же тоже сложно. Ну и не надо обзывать параш. Ну просто может. Ну, не понравился сникпик. Маленький, сильно много делал. Вот такое. Ну, не говно параши не обзывать, конечно, да. Сильно мало, да. Реально с игроками согласен. Сильно мало, но ни в коем случае не обзывать. Переходим дальше. Так. Окей, оно исчезает, и в конце пасхалка, которую очень мало людей увидели, ну и почти никто, когда я смотрел, высветится вот такой работеночек у нас, как вы видите. Сейчас. Ах ты, исчезает. Ну, сейчас давайте я перемотаю. Вот. Как вы видите, робота сейчас здесь сидит и...
Я не знаю, может, это какая-то отсылка. Помните, когда конец был первого сникпика, был какой-то зеленый черт, тоже демон какой-то. А здесь у нас какой-то робот. И, кстати, этот робот есть в блин, забыл название. Geometry Dash World. Да, там если разбить на робота нажимать, у него будет такое лицо. Ну, может, это к чему-то отсылка. В принципе, вот здесь комменты уже, да, ну, еще когда еще премьеры не было, писали. Вот. Чат. Давайте мы посмотрим, реально, последний комментарий чата. Может, он тоже что-то будет значить. И последний комментарий это was here. Окей, ладно. На этом мы остановились. Давайте прочитаем описание. Может, что-то здесь. Sneak Geometry Dash Room Tour of the Peaky. Руп-руп-руп-руп. Ну, это легендарное слово руп-топа. С ним я... И, в принципе, ссылки разные. Ну, здесь ничего в описании нету. В принципе, мы разобрали то, что могли. Разобрал все, что мог, друзья. Я не знаю, заслуживая лайка... И вообще нормальное разобрал, но может вы узнали что-то новое, чего-то вы не знали, как босс файт и в робота этого в конце. Может вы узнали что-то, а может вы об этом знали. Напишите в комментариях, друзья. На этом все, друзья, я с вами буду прощаться. Всем удачи и всем до скорых встреч.